городская библиотека. Теперь это Ратхаус и библиотека. Так что вот она такая ратуша города Пальма де Майорка. Вот так выглядит снаружи Ратхаус и библиотека. Библиотеку стоят, как в аэропорту, детекторы проверяют и просвечивают все, сумку, если вы приносите. Такое оливковое дерево. Очень-очень-очень старое дерево. Кто фаны РЦБ клуба, вам сюда.